Всем привет! У нас уже почти середина апреля. Телефон у меня, короче, камера, как вы все знаете, уже, наверное, поддохла маленько, подзадохла. Точнее, не камера, а линза. Линза откололась и мутное пятно посередине. Так что снимаю сейчас на маленькую свою камеру, на карманную. Вот. Небольшая предыстория. Жил раньше я в московском районе. Ну, как жил? Маленький был. В школу ходил. Вот. Был у меня сосед по подъезду. Вот. Потом я оттуда переехал в другую часть города. Ну, как бы был, знал я его и знал. Вот. Потом начал я заниматься окошками. У нас появился клиент. Он собственник, у него, ну, сдает собственник помещений и сдает их в аренду. И мы к нему ездим там в одно здание, ездим. И у них тут недавно сменился собственник. То есть не собственник, а арендатор. Он новый заехал ремонт делать, все. Как новый ремонт, надо, значит, окошки опять ремонтировать. Все менять, обслуживать, чтобы как бы все четко было. И скидывает собственник, говорит, вот этот инженер там у них занимается, короче, постройки. Приезжаю и вижу своего соседа. Вот, так вот сошелся мир. И сейчас вот он мне опять звонит. Он говорит, у него еще другой объект, я еще пока не знаю. То ли он ушел с того объекта на новый, устроился. То ли... Эх, меняли стекла. Вон, стекла меняли. И они маленько отличаются, но не мы меняли. Нам, короче, не дали. Слишком, говорит, дорого у вас. По цвету вообще что-то не то. Ну а как не то? А как то-то будет? Понятно, что не то. Вот, и говорит, приезжай, у нас там проблемы. Кто-то там приходил уже. Вот, а что характерно, на этом объекте, куда мы сейчас едем, сейчас увидите. Мы тоже лет 10 назад были. Нас приглашал тоже наш коллега-оконщик. Он не умел алюминий делать. Ну, это 10 лет назад было, там, я не знаю, может даже и больше. У меня почему-то все время 10 лет, а может там 15 лет назад, я уже не знаю, в 10-м году условно был. Вот, мы туда приезжали, делали, так что мы с этим объектом знакомы и... Не знаю, Дима почему, не знаю, у нас не взялся его в оборот, этот объект. Это наш телецентр. Ну, типа вот в Останкино есть, а это вот Нижегородский телецентр. Башня и вот сама киностудия, где снимаются новости. Вот. Соответственно, сейчас нам надо посмотреть, будут алюминиевые окна. Проблемы с ручками. Ручки сломаны. Параллельно я еще вожу с собой вот этот замок облоевский. Такие обычно стоят в вкусные точки. Нам проблема найти его. Вот. Ручки, говорит, сломаны. У тебя, говорит, есть фотку, мне скидывает. Возможно, я ее даже сюда прикреплю, что он мне скинул. Ну, ручки похожи на ротовские. А если ротовские, то это значит равно Сатурну. Взял сейчас я несколько ручек, чтобы просто так не кататься, сразу примерить их. Но суть-то не в этом. Ручки-то ломаются не просто так. Просто взяла ручку, ты ее повернула, она сломалась. Значит, что-то с окном не так. Вот я думаю, что. И сейчас мне предстоит, возможно, это все выяснить. Что же там с этой ручкой не в порядке. И как раз мы узнаем, что там за объект у них. Парке находится. Парк Пушкина. А называется это World Class Пушкинский. World Class. У нас, по-моему, он один остался в Нижнем. Сейчас все остальные стали физкультами. Так, аптека какая-то должна быть. Учите билет. На праворуках интересно, как получают билет. Окошко стоит разбитое почему-то. Чё там? Ладно. О, какая у них бассейн красивая. Сейчас запаркуемся и пойдем куда-нибудь. Искать аптеку. Или оптику. Я уже забыл, куда идти, ладно. Вот такое окошко. Оно фрамужного типа открывания. Ход слетел с складных, разбилось. А, был механизм фрамужный. Все ясно. Он, короче, скачал. Чай, ладно, идем искать наше окошко. Взял с собой коробку с ручкой, чтобы повернуть. Убитки и шестигранники.
Думаю, этого будет достаточно. Короче, это оказывается и в фитнесе какая-то клиника. Что тут? Пятки что-то какие-то делают. Непонятно. В общем, собственно, вот она крутится. Туда-сюда. Что нам надо сделать? Что это за фурнитура? Я не знаю. Возьмёк, надо закрыть дверь. По виду прикольная. Но без опознавательных знаков. Возможно, здесь что-то я увижу. Непонятно вообще. Это, да бог с ним, ладно. Будем считать, что это сопло. А, вот написано. Ну не, рота, скорее всего. Резинка такая еще необычная. Так, ладно, выкручиваем ножку. Снимаем и смотрим, что с ней не так. У нее стерлись шлицы. Возможно, сейчас попробуем перевернуть ее, но судя по тому, что она изогнулась. Она изогнулась, короче. И они ходят мимо. У нее вот выгнуты. Сейчас попробуем поставить новую ручку. В общем, эти стенки погнулись, видно, да? Получается, при этом она ходит мимо шестеренок. Возьмем наш приемник, посмотрим, лезет ли он сюда. Да, он подходит. Ну что, будем сейчас собирать сотрудничную ручку, вот она у меня. Так, это неинтересно, сейчас я его соберу, поставлю и уже буду снимать. Настраиваю силу. Сегодня мы, кстати, работаем тоже. Соответственно, меняем вот такую ручку. Загнулась, здесь загнулась стенка, прокручивает.
Это тоже со слизами. Соответственно, ваш продукцию. Ручку я собрал. Сейчас в эти же отверстия, я думаю, попадем. Но возможно и нет. Так, что-то у нас получается. Нет, должно все попасть. Собрал ручку, ставим новую и переключиваем ее. Все отлично, как обычно. Душевочку сейчас поставлю. Не получается. Откидывается, открывается, закрывается. Грязным буквами, конечно, лучше не трогать это. Ну что, по-моему, замечательно, все произошло. Ручку перекрутили, смотрим, как работает. Закрылась. Все, победа. Победа. С
собираем инструменты. Все, поехали.